Дорогие друзья, всем привет! Я продолжаю играть на основе. Цель моя, напоминаю, 20 тысяч трофеев. Конечная цель. Сейчас я апаю Спайка и Шелли. Хочу их вернуть на 800 кубков. У меня Шелли была практически на 900. Хочу их снова вернуть и постепенно апать остальных персонажей в ходе дела. Сегодняшняя цель ролика — поднять Спайка. Вообще приблизиться к 700 кубкам хочется. Короче, ролик, возможно, будет длинным. 700 кубков, конечная цель. Если получится, то будет зашибись. Двойная проблема должна мне... ну, позволить это сделать, хотя ролик, возможно, будет длинным. Друзья, кто не поставил еще лайк, пожалуйста, поддержите меня, подпишитесь. Также напоминаю, что у меня идет набор «Мою основу». Мы идем в местный топ. 15 тысяч плюс прием, 50-го кикаем. В принципе, все, рекламная пауза. И погнали катать. Поехали. Чтобы взять Спайка мне на 700 кубков, мне надо 7 каток топ-1. Представляете, насколько я в себя верю, что на таких кубках, на видос готов... поднимать трофеи. То есть, ну, чтобы вы понимали, я 500 кубков никогда не делал интервал 70 трофеев. Ну, то есть, к 500. Всегда там 3 катки последние. И то я на 20 минут умудряюсь ролик растягивать. А здесь у меня целых 70 кубков. Целых 70 кубков надо поднять. Ну, я вот что-то уверен, двойная проблема. Спайк — это, блин, моя стихия. Ну, не, на самом деле, я преувеличиваю. Спайк не моя стихия. Ну, я так считаю, я так думаю. Мне просто нравится играть за Спайка. И я чувствую себя на Спайке очень уверенно и дерзко. Поэтому мне что-то кажется, что я смогу. Первый поединок идет неплохо. Осталось 4 бойца. Одного мы уже съели. Так, там же кто-то по-любому. Шелли, да? Да, Мортис. Не Шелли, а Мортис. Так, окей, получается, у нас остался Тик, Мортис и я. Ну, Мортису однозначно Тика проще убить, нежели меня. Во как бывает. Они даже друг друга уничтожили. Итого топ-1, друзья, на Спайке. Сделаю скриншот себе на память. И 640 трофеев. Ну что ж, продвигаемся дальше. Цель 700. Потом 800. 50 перебить. И тем самым я апну новый ранг на Спайке. Ух, много еще, но... мне очень хочется и интересно. Соответственно, если это так, есть желание, значит, у меня получится. Главное, вера в себя. Так. Розу не подпускаем, держим на дистанции. То же самое делаем и с Шелли. Хотя банка мне сейчас не грозит. Мне кажется, или я мало урона наношу? Да, мало. Блин, походу сейчас от Шелли придется убегать. Да. Шелли, серьезно, ты хочешь... лол. Шелли уверенная очень в себе была подруга, но покойся с миром, как говорится. На таких кубках, ну, это еще не высокие кубки, но вообще на высоких трофеях надо всегда быть бдительным. И вот эту веру в себя, хотя вот только что сказал, главная вера, да, но вот это поверить в себя, когда оно неуместно, даже не так. Короче, надо верить в себя, когда реально это надо. Блять, короче, я не знаю, я не могу с... оу! Пуф. Топ-2. Все, забейте эти умные фразы нахер. Пятое место? Я ж второе, мне показалось, занял. Чё-то вообще слабо. Вообще слабо. Эта каточка... я думал, это все. Топ-2 или топ-3. Капец. Ну ладно. Чё-то не подрасчитал. Я имел в виду не заигрываться. Верить в себя надо, но не переоценивать свои возможности. Вот что я хотел сказать. Так, ладно, забираем банку. Да, в принципе, можно забрать и Спайка. Ой, как его, Леона. О, смотрите, какой урон. Ну, Спайк имба. Тун-тун-тун. Хорошо. Ну, сейчас не очень хорошо. Сейчас не очень хорошо. Если банка сейчас появится возле Пайпер, будет печально. Хорошая попытка. Так, давайте проверим, где Леон. Кто, я немножко потерял его. Там же нет Леона, да? Блин, Пайпер не хочет отходить. Ладно, тогда срезаем немножко дистанцию и подходим сюда. Да, вот она, Пайпер. Так. Пум. Все, немножко сейчас срезаем дистанцию потихоньку. Бля, 2500, пацаны. Вот какие шутки бывают с Пайпер. 2500 это 2000 у меня, и все, и я труп. Там что, банка? Нет. Ой-ой-ой-ой-ой, там Пайпер идет. Хоть бы она не сюда пришла. Она сюда идет.
Не надо сюда подходить. Меня еще пугает та Пайпер, которая вверху. Или ее уже тут нет? Блин, я не знаю, есть тут Пайпер. Мне сейчас стрёмно очень. Воу. Воу. Воу-воу-воу, что происходит? Так. Воу-воу-воу. Нет-нет-нет. Дэрил с банкой, пацаны, вы представляете? С напитком. Ну, это трэш. Фух. Блин, надо куда-то встать, так, чтобы этот Леон дамажил... Опа. Опа. Опа, опа, опа. Блин, Леон идет, 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 идет. Три бойца осталось. Пум. 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 Ой, 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 ой. Ой, ой, ой. Да, бля, Леона добейте. Отлично. 8 банок, трэш. 10 уже. Ну что, я беру сейчас коктейль и, в принципе, должен его забрать. И еще один коктейль мой. Yes, топ-1. Ну, вот это сыграно нормально было. Предыдущая катка, я прям... Реально, вот мы много потратили на нее время и мало кубков. 650, ребята, еще 5 каток. Фух. Поддержите меня. О, тупо за видосик сейчас 700 кубков, да. Отлично. Так. Отлично. Ну, карта очень изичная. Прям по кайфу играть, но тут как и выиграть, так и проиграть можно легко. То есть, не хотелось бы отъехать. Вот сейчас меня пасет Пайпер. Мне очень сейчас неудобно. Плохо, что именно Пайпер попалась мне. Сейчас одна тыка, минус 2500. Понимаете, да, о чем я? Очень надо быть осторожным. Оп. Оп. Хорошо, я потихоньку ее накоцал. Ну, в принципе, это моя территория теперь. Все, я... Бля, нет! Вот-вот о чем я говорил. Ох, слава богу, что не так много урона прошло. Могло быть и хуже. Убегаем. Вот, просто ты не ожидаешь такого. Он появился ниоткуда с коктейлем, понимаете? Вот это и вся сложность этой карты, этого режима, что, блин, ты можешь контролировать ситуацию, там, играть аккуратно, и тут внезапно, бац, на тебя тип с коктейлем летит, и все, и тебе просто некуда деться, к сожалению. Да. Вау! Хорош, хорош. 6 бойцов, и меня караулит Пайпер. Не лучшая ситуация, не лучшая. Блин, очень плохо. Сейчас меня еще дым поджимает. Как я не попадаю? Как я не попадаю, блин? Я стараюсь мансить, но плохо получается. Все, стоим, хилимся. Стоим, хилимся. Так. Так. Ждем, ждем, ждем. Пум-пум-пурум-пум-пум-пум-пум. Там Пайпер с банками. Очень все печально. Так. Вы видели? Она его тупо в атаке. Давай, давай, давай. Зажимаем, зажимаем. Пайпер, зажимаем. Да бля, 18 хп. Это серьезно, сука. Всегда так будет. Всегда так будет. Плюс 6. Фух. Я смогу, я смогу. Осталось не так много. Поехали. Дальше сложнее. С каждым... С каждой планочкой все сложнее и сложнее. Но я смогу. Так. Фух. Мое. Все, две банки, это хорошо. Начало... Когда у тебя больше одной банки в начале, это уже... Ну, блин, уже неплохо. Процентов 40, можно сказать, победа. Тихо, тихо. Потому что, ну, Спайк с двумя банками очень бодро себя ощущает. Давай, давай, отлично. Я так и знал, я ее хотел выманить на эту ближнюю дистанцию. Оп. Ну и, в принципе, ГГВП. Воу-воу-воу, тут еще одна появилась. Убегаем. Так, у нее ульта, поэтому все. С ней я не буду...
пытаться бодаться. Поехали дальше. Ух, ребят, какие напряженные каточки, я отвечаю. Не спрашивайте это. Бля. Серьезно? Не, ну ты серьезно? Воу. Воу. Yes. Это тупо война, ребята. Это тупо война. Но ему еще повезло. У него коктейль был. Мне бы коктейль, я бы сейчас развалил бы. Блять, все, не будем понтоваться, ребята. Понты в сторону. Все, давайте просто не говорить, а делать. Я бы, если бы во рту росли грибы. Короче, все, просто играем. Проверяем кусты. Ну, тут по-любому кто-то есть. Вот здесь я видел. Я видел, там кто-то был. Не, нет уже. Воу. Вау, 7 банок. Очень вкусный персонаж. Очень. Сейчас мы эту аппетитную шельку нагнем. Есть, все. Так, и к того у меня 9 банок. Плюс баночка рядом. Кто там у нас? Роза. Давай, подходи поближе. Топ-1, друзья. Отлично, отлично. Осталось совсем чуть-чуть. Ух, плюс 10. Ля, 31 кубок. Бля, ребят, ну тут вообще без шансов. Это было рядом. Это было что-то рядом, но... Нет, минус 2. Плохо. Капец урон. Блядь. Ребята, будет склейка, потому что... Мне оставалось 3 катки, и я нахватался поражений. Поэтому я обрежу, склею, и пускай вы свое время сэкономите, нежели я выложу потом 30-минутный видос. Поэтому я поражение вырежу, блин, немножко пригорает. Поехали. Топ-1. Yes, топ-1 катка. Давайте, будет оставаться буквально там 20 или 10 кубков, я подрублюсь. И еще одна катка, топ-1. Фух, это были жаркие поединки, действительно. Очень напряжно, хорошо, что это все записываю. Осталось совсем чуть-чуть. Я продолжаю. Но все эти поединочки буду ускорять, либо вырезать. Потому что... Фух. Ну, потому что... Долго будет ролик. Блин, тупо одновременно друг друга убили, я занял второе место. Тем временем, ребят, осталось 20 кубков. Давайте я еще одну каточку сыграю, а последнюю покажу полностью. Поехали. Короче, занял топ-2. Но все равно нормально. Плюс 8 трофеев. Фух, ё-моё, мне надо 9 трофеев, друзья. Капец. Ёпта мать, ну я мог стоять возле банки и все контролировать. Нет, мне надо поверить в себя. Погнали. Вот сейчас реально вот топ-2 беру и ровно. Поддержите. Боже, это минус я. Или нет, или да. Плюс 6. Да что такое, а? 2 кубка, пацаны, 2 кубка. Все, это точно. Это точно победа. Это точно победа. Победушка. Победулечка. Победюлька. Побудка. Победка. Конечно, мог завершить еще раньше, но если бы поменьше тупил. Но я уже уставший, время позднее, но... Да ну нет. Лагает.
Блять, да нет, не может быть. Почему возле него, не возле меня? Мне надо хотя бы топ-5, да, или топ-4. Блин. Так, ладно. Вот это самое страшное, когда не знаешь, кто где сейчас находится, когда ты в углу где-то стоял и потерял всех с видимости. Но я думаю, я справлюсь. О, наконец-то в моем доме праздник. Давай отсюда. А, я не хотел сейчас брать, на самом деле, банку, но ладно, так получилось. Уходим, уходим, уходим. Чё стоял-то, ждал, додик. Так, ну все, это топ-1, вот это холдик разыгрался, все. Блин, 700 кубков тупо, вот так. Ну, правда, не одним дублем, ну ладно. Так. Давай, 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 давай. Давайте быстрее, хочется закончить уже. Подходите. 5 бойцов. Ладно, подождем, подождем. Нам торопиться некуда, я не спешу. Нет, на самом деле я чуть-чуть спешу, но я не спешу. Ну так, вот как? Я спешу, но я не спешу. Это как? Ну так. Бля, вот это забайтило меня, да, немножко забайтило, да. Оуф, плюшка хорошая, да? Ой, 70 хп осталось, да что ж ты будешь делать, оф. Да, Мортис живучий, не поспоришь. О, привет, 8 банок, все мое. Ну все, я уже на 700 трофеев, друзья. Я уже там. Да блин. Надо, ну и надо красиво топ-1 завершить, да, друзья? Опа, опа. Ну все, Мортис, можешь выходить. Блин, а какой живучий Мортис, вы видите? Топ-1, последняя катка, 700 трофеев, yes! Можете поздравить. Конечно, это не рекорд, рекорд у меня 850 кубков. Тем не менее, друзья, тем не менее. За один раз 700 трофеев. Блин, круто, продолжаем в том же духе. Хочу 1000 на Спайке, 1000 на Шелли, вообще 20 тысяч на аккаунте. Но это все в скором времени, надо всех по чуть-чуть апать, и я думаю, что я к этому приду. Спасибо, что досмотрели до конца, спасибо, что поддерживаете. Всем удачи, до новых встреч. Пока, ребята.